сәлемесі дұслар, біз шоу-біз тапшыруының шираттағы шығарылышын башлап жібереміз. Хан, бүгін мен Гүлнәс Сәфәрова матурлық дүниясында десем де артыру болмас. Көресіз ме, дұслар, біз бүгін Мисс Татарстаны бәйгісіне келдік. Хан, мына мында көресіз ме, біздің каналыбыз TMTV әлігі зур фестивалінің, әлігі зур бәйгінің партнеры болып тұра. Бүгін береде 30 шиберкей. Иң шиберлерінің шиберлерін бұнда сайлап алып, олар бүгін өзлерінің матурлықларын тағын бір тапқыр кіші алдында, көп мұқалық алдында, тамашашы алдында көрсетешекләр. Хәм біз ашылай бұлайғына келмедік, біз сізге шушы бәйгенің нешік өттуін, оның кухнясын көрсетіргә тұршымыз. Бұл бірден. Икіншіден біз әлбетті өзіміздің мақсус номинация TMTV каналының бүләгі білән бірер қаташушы қызыны сүйіндірешек біз. Мұнсы болды икінші. Әшіншіден Әшіншіден біз башлайбыз. Әйдегіз кеттік, залға өтік. Мисс Татарстаны бәйгесінде мында біз өзіміздің яқын кішімізді де ұшыраттық. Ол жүрші Гүлнәс Батал. Гүлнәсдер, мисіне бір секунд қағыналар, барысы да ашығалар. Әйе, Гүлнәс, есен мисіз? Нешік кәйіплер? Әзірекнен дұлқынланым, әлбәтті, ләкін. Все, супер. Башланайын мы? Сен нешінші номер астында шығыш ясайшы? Алтыншы номер. Мында барлығын шек шық қандашы? 30. 30 матур қызлар. Қыз, хәмінді мен үмітләнем, менім алтыншы номер бәқілі болып. Алла бірсе жеңіп шығарсын дейіп. Шансларың нешік бәй әлейсін? Десятқыға, енді ұзарға тұршырмын енді қарадыс. Әнінде сюрпризлар күтәшек бізіні фестивалі қарушыларына? Сюрприз мен финалда жарлайым. Кешегіне біз ойлап шығардық бұл нөміріні қамінде көрепсіз. Гүлнәс, сеңа бар тек оңғышлар тіліміз, бар тек оңғышлар. Біз сенің үшін жаңа ташақпыз. Put your loving hand down.
набережной Челны, 22 года. Я студентка, одновременно получаю 3 высших образования. Я музыкальная и творческая натура, являюсь лауреатом многих вокальных конкурсов, участница телепроекта «Голос». Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Голосуйте за меня. Вообще попасть в состав красавиц, желающих девушек? В республике проводятся зональные конкурсы, этапы, где-то конкурсы зональные, где-то кастинги, и начинать можно, значит, с этих конкурсов, но не обязательно, потому что можно на заключительные отборочные туры приехать сюда, в Казань. Казань, который проводится у нас за месяц до финала конкурса, и без всяких предварительных регистраций показаться на сцене, выйти на сцене, на сцену, и жюри определяет тех девушек, которые войдут в предварительный состав финалисток. Затем начинается работа уже с этим составом, и для казанских участниц проводятся 2 конкурса «Мисс Бикини», «Мисс Талант», потому что кроме титула «Мисс Татарстан» в нашем конкурсе есть титул «Мисс Казань». И для казанских участниц, значит, мы делаем вот такое соревнование более, значит, широким. Более того, республиканские девушки уже поучаствовали многие в зональных конкурсах, и они уже в тонусе приезжают сюда на исключительные отборочные туры. Вот Казань, значит, у нас после этих 2 туров вливается в состав республиканских девушек, и неделю мы готовим уже финал. За неделю приезжают девушки из республики, и ежедневно, с утра до вечера, иногда до ночи, мы с ними репетируем и готовимся к сегодняшнему действу. А особые требования? Вы знаете, у нас нет такого, чтобы мы это оформляли точно в граммах, да, но есть общепринятые стандарты девушек, которые выходят на сцену, то есть они приближены к модельным стандартам. Поэтому нет какой-то высокой планки от сталькита или так далее. Все решает жюри, сравнивая с другими конкурсантками и видя их на сцене. В том вот варианте, когда они себя презентуют, и более того, когда они стоят рядом друг с другом. Мисс Татарстан бәйгесе дәвам итә, һәм хәзер кызлар үзләренең икенче чыгышларына әзерләнәләр. Бу юлы алар үзләренең гәүдәләренең, фигураларының бар матурлыкларын тулысы белән күрсәтә алачаклар. Ни өчен дигәндә, алар хәзер күреп торабыз, купальникларын киделәр, һәм хәзер бу шундый ярым шәрә чыгышлары дисәк тә дөрес булыр. Барысында гәүдәләре төс, фигуралары искиткеч, буйлары озын һәм ябык. Әйдәгез аларны каршы алабыз. Егетләр, игътибар итегез. Күрәсезме, алар шоу-бест тапшыруына сәлем ди, алар безне сәлемли. Кемдер каушый, кемдер гомумән камерага игътибар итми, кемдер елмая. Алар искиткеч чибәр. Купальникларын киеп койдылар. 18-нче номер астында кем чыгыш ясый безнең? Алина Хасаншина. Алина, әйт әле, менә шулай купальникларда чыгырга оялмыйсызмы? Юк, мин оялам, һәр кем минем бу беренче конкурс түгел. Мин һәм бу эстетика раз матур купальниклар, алар бик тә матур безне күрсәтә. Ә беренче тапкыр чыкканымны искә төшерсәң, курыккан идеңме? Оялган идеңме? Әйе, мин оялдым. Хәзер инде бу хәл инде юк, мин дә хәзер мин матур итеп
алмаям, хам бизнем тамашчыларга бүләкетәм минем. Ә син куркасыңмы, каушыйсыңмы? Ничә тапкыр сәхнәгә чыксам, бу хәл китап булачак. Ә син кайсы шәһәрдә? Мин Астанакайда. Астанакай? Без сиңа партия конкурслар телибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Что привело вас на этот конкурс? Если честно, я очень давно мечтала сюда попасть, но привело меня сюда то, что это конкурс красоты, и я хотела бы себя совершенствовать и попробовать себя в этом. А тебе многие говорили, что ты красивая, и говорят? Да, очень многие говорили, и именно поэтому я здесь. Я считаю себя красивой, и я считаю, что я достойна победы. Отлично. Красота, по-твоему, это что? Красота, во-первых, это правильное питание. Это правильный уход за своей кожей, своими волосами. Потому что естественная красота – это лучше, чем что-то неестественное, например, нарощенные ресницы или волосы, что-то в этом роде. Поэтому девушка должна быть красивой, естественной и здоровой. А из какого города ты, сколько лет, как тебя зовут? Меня зовут Абдулина Динара, мне 19 лет, я из города Казань. Мы тебе желаем только удачи. Спасибо. Ничек сезгә бәйге ошыймы? Шынан айткада бик тә ошый. Ләкин миңа нәрсә җитми, озынрак кызлар җитми. Бөтенсе кечкенә генә. Кечкенә, сез аларны якында күрсәгез, алар метр җитмерсегез. Миннән кечкенәрәк күбрәкләре. Карап торам, элек барбар озынрагы, ләкин тагы нәрсә ошамый. Уровень, зал, бу булырга тиеш түгел. Пирамида, шундыйрак зал булырга тиеш. Бу зал студенттар өчен, КВН-нар өчен, ләкин бердә мис Татарстан өчен түгел. Менә син үзең озын буйлы, шулай ук нечкә билле, яшь һәм чибәр. Сине менә шундый бәйгедә катнашу теләге тумадымы? Мин аларга карыйм да, алар һава белән һава ашыйлар бугай. Мин алардан бер ике тапкырга тозарак шул. Мин алмаслар вес буенча туры килмәндер. Әлбәттә, катнашасы килми. Мин андый кешеләргә гомумән сукланам. Алар молодец, чөнки бик күп көч, вакыт һәм материал яктан да бик күп акча китә һәм әти-әниләре дә бик тырыш дип әйтәсе килә һәм молодец бөтен кызлар да. Ә менә әлегенә без шушы 30 кызның визит карточкасын карадык, әйме? Бигрәк тә кайсысы сиңа күбрәк ошады? Номерлары истә түгел, ләкин мин бер номер өчен җанатам, ул 6-нчы номер безнең Гөлназ Батталова өчен. Һәм Гөлназ, без бөтен синең өчен генә. Кайдасың ул сөю, кайдасың минем хыялым? Төшемдә мин аны тапкан идем. Тик уяндым, син һаман йөрәктә балкыйсың, сузылды сиңа кулларым. Хыял көч бирә, юллар үтәргә. Чакыр мине, керсә сагыш күңлеңә. Син чакыр мине, давалар аша үтәм. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалтсам әгәр. Күрдем без бергә, риза көтәргә.
Какой сейчас тур ожидает, в чем вы будете выступать? Это был заключительный тур, в котором мы могли показать себя, поэтому сейчас будет заключительный тур, в котором нам скажут десятку финалисток, которые уже будут занимать призовые места, также номинации. Понятно, а вот сейчас вы выступили в купальниках, следующий этап, в чем вы выйдете на сцену? В свадебных платьях и платьях от дизайнера. Отлично, удачи! Біз бүгін рус тілінде сұрау алдық, татар тілінде сұрау алдық. Айдайыз қазір инглишеде сұрап қарғалы. How are you? I'm fine, thank you very much. It's great to be here. How do you feel? Well, I'm feeling, well, awesome. I'm feeling great. I'm like in a fairy tale, you know. It's something like, well, I can't imagine that I'm here, I'm staying here. It's like a fairy tale, like a dream for me. That's great, yeah. А вообще вы любите красить? Я предпочитаю минимум макияжа. Ну а вот сейчас как вы расцениваете тушь на глазах, румяна, это минимум или уже зашкаливает? Это уже сценический макияж. Это уже зашкаливает. Для повседневной же нет, не подойдет. Понятно. А минимум это что? Вот как вы, какой вы совет дадите, как подкрасить глаза, как проявить свою вот натуральность? Ну это просто ровный цвет кожи, ухоженные здоровые волосы и просто тушь и все. Скажите честно, вы сидите на диетах, вот именно вы конкретно? Честно, нет. Никаких диет? Нет. А какой-то, может, фитнес, может, что-то еще? Да, я занимаюсь танцами. Да. Под каким номером вы участвуете, ваше имя и ваш город? 11, из Могилова Розана, город Альмень. Хочу узнать ваше имя, ваш город и ваши номера. Ингазиева Алина, 17 лет, город Лениногорск, номер 13. Зиканшина Камила, город Казань, 15 лет, номер 22. А вы рассчитываете только на победу или есть какие-то другие цели и желания? Ну, первоначально это получить опыт. Естественно, победа будет очень отлично и хорошо, но самое главное это опыт, это атмосфера, в которой мы сейчас находимся, ну и все. Мне всего 15 лет и никак не рассчитывала на победу. Поэтому я просто набираюсь опыта, в дальнейшем, может быть, сам и сюда. Вы рассчитываете, девушки, на то, чтобы здесь, показав себя, найти какого-то успешного мужчину, богатого, и уже обеспечить себе будущее? Возможно. Мне кажется, для меня это очень рановато. Ну, в дальнейшем. А между вами есть какая-то конкуренция и вот подстава, честно? Мы только все дружим. Нет, на самом деле нет, да. Мы очень сильно дружим, мы все друг друга любим, даже на репетициях, если у кого-то что-то, мы сразу помогаем, то есть нет такого конкуренции. Это не как другие конкурсы. Нет, у нас все дружат, у нас очень дружный коллектив, все общаются, все дружат. В общем, нам очень повезло с нашим коллективом. Элегне сахнеде, унлыкны сайлап алдылар, ягъни шушы 30 кыз арасынан финалга, ярым финалга деп айтыйк, бар тек унлысы гына өтті. Һәм менә кызганычка каршы шундый чибәр кәйбез, гүзәл, унлыкка эләгә алмады, ләкин аның әле барысы да алда. Гүзәл, синең кайсы шәһәрдән, сиңа ничә яшь? Мин Казаннан, миңа 16 яшь кенә, мин әле кечкенә, мин Татарстан булыр өчен, шуның өчен 18-20 яшьлек кызларны алдылар инде. Минем кәйфем төшмәде, мин беләм инде, мин кермәгән өчен. Мен өзім бек шат енді. Жылы да көздерінде мен сен еш көрі. Йо, мен... Көңіл тұлды емі? Ну, көңіл тұлды енді, но яра. Ну, бектен білем еш енді мен кірген мәйін үшін. Яра, екінші елға барырмын әлі. Мен өзі шыны сұрай сен, мәкір да бұйылны өтмәсең, келесі елға бару шанслары бар ма? Бар, кәне, мен келем, мен финала кірге жинам. Кірге жинам енді өзі. Біз қазір Раузальская бренді астында шлеген модельерден интервью алырбыз. Скажите, пожалуйста, а долго создавались образы и вообще сами вы придумывали или вам кто-то подсказывал вот это, про эту коллекцию? Да, образы придумывались около года. В этом сезоне осень-зима.
Вдохновением для меня была Калифорния. Вот, мне нравится образ жизни в этой стране, в этом штате, вот, Америки. И ну, я считаю, что она получилась достаточно такой романтичной. Стиль я выбрала эпоху золотого Голливуда в макияже и в создании фэшн-образа. Вот, ну, в принципе, можно все увидеть уже в зале. А на конкурсе вы первый раз работаете? И как вам вот эта атмосфера, весь этот процесс, вся эта кухня? Ну, дело в том, что я, да, именно на Мисс Татарстана впервые, вот. И ну, я думаю, что для участниц это очень волнительный момент. Потому что я, как ни странно, 3 дня хожу очень спокойно. Вот. Ну, думаю, что видно, что участницы волнуются, и все хотят победы. А за кого вы болеете? Ну, конкретные девушки нет, но я думаю, что жюри сделает, примет правильное, верное решение, вот, и мы уже увидим ее, думаю, то есть для нее это не станет последним конкурсом. Самое главное для участниц, я считаю, это не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. А от вас лично будет какой-либо подарок участницам или какой-либо участнице? Да, у меня будет подарок для победительницы этого конкурса, для мисс Татарстан. А что вы подготовили? Я подготовила платье, вот, с камеями, вот, в стиле ретро-образа. А можно посмотреть это платье? Специально для нашей программы «Шоу-бест». Можно. Кстати, я вот в таком же платье, но там еще плюс кружева идут. Мы можем пройти, я могу показать. Давайте. Бүгін жеңіші қызға ғымен бик-бику бүләкләр әлігәшек, хам шул бүләклерінің бірсі мақсус эксклюзив көлмек. Мне самой очень приятно дарить то, что я сама ношу с удовольствием. То есть я сделала для себя это, тем самым я показываю то, что я дарю только самое лучшее. Рядом со мной очень известный стилист Штольц, и он сейчас нам расскажет про прически девушек, которые создавались, да? Основываясь на чем они создавались, что дало вдохновение? Ну, в общем-то, вдохновляет всегда руководитель проекта, это Изольда. От нее исходит дух такого стиля конкурса в целом, в общем-то, так как хозяйка этого мероприятия. И поэтому то, что она создала и сказала, что это делать, мы просто действительно поддержали. И когда в целом получается, что образ получается как бы один, вроде бы собранные волосы, но у всех по-разному, да, и получается, да, получается один в едином стиле как будто бы. Поэтому на конкурсах всегда это либо чисто прямые волосы, либо какие-то кудрявые. В этот раз вот решили стиль 60-х поддержать маленько. А что вообще в моде будет, в тренде в 2014 году? Как лучше девушкам милым собирать волосы, стричься, не стричься? Какой цвет более актуален? В общем-то, мировая практика сейчас диктует свои условия. И пошли ледовые волосы, такие ледяные волосы, да, холодные. Белые, да, белые. Это тренд мира, мировой тренд. Поэтому и к ним идут, естественно, короткие стрижки, потому что добиться невозможно длинных волос холодного оттенка такого, бело-холодного, так, снежная королева, так и называется стиль, и поэтому этот очень даже, ну, самый такой писк, короткие стрижки становятся в моду. Я думаю, что для у нас скоро они тоже появятся здесь.
телеканала ТНТВ. Сертификат на трансляцию видеоклипа на телеканале получает участница под номером 6. Гульнас Баталова! Динара Акбашева. Номер 26. Мисс Татарстан 2014. Громкие аплодисменты. Все, кто сегодня здесь, в этом прекрасном зале. Громкие аплодисменты, дамы и господа. Наша победительница получает диплом, букет ленту, корону, букет, который, корону, которую ей дали организаторы конкурса, и вручает Мисс Татарстан 2013 Диана Краснова. Громче аплодисменты, дамы и господа!